لا إله إلا أنا فاعبدون. В мечети Ирдам для мусульман Мухтасибата Кировского и Московского районов Казани прошел первый отборочный тур на республиканский конкурс по хифзу, знанию наизусть Корана и красивому чтению Священного Писания. Главное требование к участникам конкурса, который проводится без возрастных ограничений, российское гражданство и республиканская прописка. أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.